Всем привет! Microsoft выпустила новую сборку 25.136. Сборка находится в канале Developer. Сборка относится к версии 23H2, то есть к следующему обновлению для Windows 11 после 22H2. Давайте посмотрим. Остальные два канала, обратите внимание, закрыты, так как я использую канал Developer. То есть в канале Developer находится следующее обновление, которая выйдет осенью 2023 года. В данный момент находится в разработке. Давайте откроем проводник. Да-да-да, проводник. Первое, что мы видим, в проводник добавлены вклад. То есть мы вот открываем, например, диск C, открываем новую вкладку. В новой вкладке открываем папку Program Files, допустим. Вот, ну, вот так вот. И мы можем переключаться. Например, нам надо скопировать какой-то файл. К сожалению, файлов нету, ну я вот на примере ярлыка. Например, нам надо этот ярлык. Одну секунду. Вот нам надо ярлык, значит. Жмем копировать. Идем сюда. И вставляем. Очень удобно реализовано. Тут тоже копировать, вставить, переименовать, отправить, удалить. То есть вот мы удаляем. Оп, и все. Нету. Что еще изменилось в проводнике? Вот что я сразу увидел. Кнопочка «Посмотреть» теперь отдельно. В версии 22H2 она была вот здесь. Это расположение элементов. То есть, пожалуйста, демонстрирую. «Посмотреть». Сортировать также можно. Нажимаем три точки, и у нас здесь также параметры. Есть еще одна фишечка. Вот мы раньше заходили. Три точки, параметры. Как можно будет в версии 23H2 показать скрытые файлы и папки? Посмотреть, показать скрытые элементы. Скрыть, посмотреть, показать скрытые элементы. Очень даже просто. Мне нравится этот новый проводник. Посмотрим, что будет дальше. Вроде, судя по тому, что я вот пооткрывал папки, зашел на диск C, вроде ничего, вроде пока фурычит, пока работает. Надеюсь, что будет работать далее. Какие еще у нас изменения? Проводник у нас продолжает эволюционировать. В сборочке исправлены многочисленные баги, а также добавлены интерактивные виджеты. То есть помимо погоды будет еще один виджет, это новости и спорт и финансы. В планах Microsoft добавить еще новости прямо на панель задач рядом с погодой по умолчанию. Исправлена анимация, исправлены обновлен проводник, мы это уже посмотрели с вами. Такое небольшое видео по поводу инсайдерской сборки 25136. Версия 23H2, то есть 2023 года. Осеннее крупное обновление. Напомню, 22H2 уже готовится к осеннему распространению массовому. Смотрите крайние ролики по версии 22H2. Прикреплю тоже в аннотации. Спасибо вам большое за просмотр. Лайк, подписка, комментарий. Следим за разработкой следующего крупного обновления для Windows 11. А также ждем осени. Всем пока, до встречи!